Добрый день. Рад приветствовать всех подключившихся к нашему сегодняшнему мероприятию. Мы сегодня будем общаться с экспертом из компании «Озон», стратегического партнера нашей образовательной программы Ксении Мардановой. Но вначале, перед этим, я кратко расскажу о программе, чтобы у нас у всех был контекст для обсуждения и интервью. Наша программа реализуется по двум направлениям подготовки. Это менеджмент и прикладная математика и информатика. Язык основной программы – русский. Также предполагается изучение английского языка. И несколько курсов, на старших курсах, будет преподаваться на английском языке, чтобы английский мы могли использовать как инструмент. Три вступительных испытания – математика, информатика или иностранный язык, а также русский язык. 4 года обучения. Программа подходит сразу нескольким группам абитуриентов. Это, конечно же, выпускники школ, которые интересуются современными технологиями, цифровыми решениями. Это уже работающие, которые хотят улучшить свои навыки и повысить конкурентоспособность на рынке труда. Также категория, которая имеет физические ограничения на присутствие в университете. Цифровые платформы, логистика. Такой фокус выбран не случайно. Все мы знаем, что цифровые технологии все чаще и сильнее входят в нашу повседневную жизнь. Также это касается бизнеса и экономики в целом. Происходит изменение потребностей потребителей, которые движимы соцсетями, и перед бизнесом стоит вызов адаптации бизнес-процессов для своевременного отклика на всплески спроса и предложения. Мы видим, что данная трансформация коснулась также области логистики, и линейная структура, которая сейчас также распространена, является уже устаревшей и переходит на логистика на сетевую структуру при помощи различных технологий, когда акцентируется и входит в основу конкурентного преимущества быстрый отклик и быстрая координация между всеми игроками и участниками бизнес-процессов. Наша программа является уникальной. Это прежде всего сочетание выгодной очной формы обучения. По факту прохождения программы вы получите диплом очного образца, но формат реализации онлайн. Это значит, что это не просто какой-то курс на Курсере, который вы прослушаете онлайн. Это полноценное очное образование, которое будет реализовано в синхронном режиме. Также в нашей программе фокус на практическом применении знаний. Озон выступает бизнес-партнером, стратегическим партнером программы, и благодаря Озону составляется дизайн учебного плана и реализуются ежегодные стажировки, ежегодные проекты и одна стажировка. По факту получить диплом по двум направлениям, что также важно для дальнейшего трудоустройства, и диплом, который будет также котироваться при поступлении за рубеж. Также среди преимуществ программ следует выделить онлайн-поддержку студентов. Мы понимаем, что онлайн-формат реализации данного очного обучения представляет собой проблему координации своевременного отклика на запросы от студентов, и для этого будут специально выделены ресурсы на программе. Тем не менее, вы не теряете никаких преимуществ очного обучения. Будет выдан студенческий билет, прислан по почте, который подразумевает льготы, отсрочка от армии, любые справки, которые получаются в электронном виде, будут своевременно вам отправлены. И все стандартные льготы также присутствуют. Помимо этого, существует гибкая система скидок при оплате, также рассрочка и образовательный кредит. Структура учебного плана выглядит следующим образом. Как вы видите, каждый год присутствует проектный семинар от Озон, и каждый год он нацелен на практическую отработку полученных теоретических знаний. На первом году это бизнес-кейс Озон, на втором консалтинговый проект, то есть идет постоянное усложнение проектов, которое готовит как раз к стажировке, к работе в реальном бизнесе. Что касается самих дисциплин, то в равной мере соблюден образовательный стандарт как по менеджменту, так и по прикладной математике и информатике, что позволит именно иметь это выгодное сочетание компетенций. Специалисты такого плана очень востребованы на рынке труда сегодня. Соответственно,
представленные вакансии, которые вы видите на слайде, это те вакансии, которые могут быть заняты именно вами после прохождения программы. Специалист по логистике, аналитик данных, директор по развитию маркетплейса. То есть это работа с цифровыми платформами, создание, курирование, разработки цифровых решений для цифровых платформ и так далее. Отдельно хотелось бы упомянуть про стоимость обучения для набора 2022 года. Это 320 тысяч рублей. Соответственно, высокие баллы вступительных испытаний дают возможность получить скидку за обучение, начиная от 200 баллов и выше. Отдельно, если у вас возникают вопросы, то вы всегда можете обратиться на наш сайт. И особенно советую обратиться к разделу «Вопросы-ответы», где отработаны ответы на самые часто задаваемые вопросы. И также присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram, где мы будем постить анонсы, различные новости про цифровые платформы и цифровой бизнес, и также новости о нашей программе. Ну, спасибо, это было такое небольшое представление. Ксения, здравствуйте еще раз. Рад вас видеть и слышать. Как ваши дела? Я знаю, вы много ездите по командировкам. Очень удобно, что можно с вами связаться онлайн. Вы из какого города сегодня? Ну, сегодня мы говорим из Москвы, точнее, я говорю из Москвы, из нашего московского офиса. Поэтому не исключаю, что в какой-то момент придут коллеги и подсидят мне из переговорки, но я надеюсь, что этого не случится. Да, мы сегодня будем обсуждать много интересных вопросов. Если, уважаемые слушатели, у вас возникают вопросы, пожалуйста, задавайте их через чат. Ну и первый вопрос касается как раз e-commerce, то есть наша программа цифровой платформы логистики готовит специалистов широкого профиля для стремительно развивающегося рынка, в том числе электронной коммерции. А что представляет себя рынок e-commerce сегодня? Это классный вопрос, Константин, спасибо за него. На самом деле, я очень надеюсь, что и наши слушатели сегодня, и вообще будущие участники программы хорошо понимают разницу между e-commerce и ритейлом. Вообще, само понятие e-commerce, да, оно сформировалось буквально последние несколько лет, и в том числе сильно да, потому что мы из такого формата офлайна все резко перешли в онлайн. Понятие e-commerce, да, оно вот-вот только начинает формироваться в России. А если смотреть вообще на мировой рынок, да, который уже очень многие годы, с вами, Amazon и что-либо еще, то, конечно, рынок российский сильно отстает именно с точки зрения объемов, хотя тот темп роста, который мы показываем, он, конечно, вообще удивителен. А на текущий момент у нас, если мы говорим про мировой рынок e-commerce, у нас российский рынок занимает в нем 10%, хотя буквально полтора года назад эта доля была только 8%, даже меньше 8%. То есть мы за полтора года нарастили 2%. Кажется, что это немного, на самом деле в формате мировом это действительно огромные скорости. Вот, а если же мы говорим вообще в целом, да, мировой рынок e-commerce, то, например, в Китае он составляет порядка, по-моему, 28%, в Великобритании 28%, 1/3 всех вообще продаж, ну, производится за счет e-commerce. При этом, как вы видите, да, если вы знаете, буквально книжным магазином, да, таким же ритейлером, как бы сейчас и любые ритейлеры, типа Магнита, Перекрестка, это, не знаю, Дикси, Светофоры и так далее, это обычные ритейловые магазины, в которые мы с вами ходим каждый вечер, возвращаясь с учебы или с работы, но, как вы видите, та же самая Пятерочка или тот же самый Перекресток с началом пандемии запустили доставки, запустили онлайн-маркетплейсы, которые как раз-таки направлены на то, чтобы переходить из вот этого зоны ритейлера в зону e-commerce, да, вот как бы при этом до сих пор, когда мы вот с коллегами сильно обижаемся, скажем так, когда нас называют ритейлерами и когда в каких-то рейтингах говорим, что
потому что мы не ритейлеры, мы действительно большая технологическая компания, и мы позиционируем себя как e-commerce компания, основная задача которой — облегчить вот этот процесс покупки и доставки товаров до покупателя. Это вот если так кратко про то, чем отличается сейчас. Что касается вообще, как я сказала, да, доля в целом e-commerce российского в сравнении с мировым, конечно, сильно отличается. Тем не менее, те темпы роста, которые мы показываем, они достаточно внушительные, да. И если смотреть вообще глобально, то вот 41% — это вообще доля российского рынка в e-commerce, да, это действительно значительные такие результаты, и мы видим, я думаю, что каждый из вас так или иначе пользовался какой-либо, с каким-либо сервисом, неважно, это наша компания, компании-партнер, с которыми мы работаем, да, но тем не менее каждый из вас, хоть у вас был опыт пользования функции, да, которые мы производим для населения, то есть доставки, покупки и доставки товаров в интернете. Поэтому, если как бы смотреть глобально, то сейчас наша основная задача — это, конечно же, расширение того ассортимента продуктов, который представлен на нашем маркетплейсе, да, и увеличение как вообще ассортимента продуктов, так и увеличение количества селлеров для того, чтобы, во-первых, было как можно больше разнообразия, плюс этим мы вносим достаточно сильный в развитие экономики России, да, потому что мы в том числе представляем работу для селлеров. И вот очень интересно, что когда вы рассказывали про то, кем вы можете работать, выпускаясь с этой программы, на самом деле, мне кажется, упущена в том числе такая специальность, как быть продавцом на маркетплейсе, да, то есть создавать свой собственный бизнес и продвигать его через маркетплейс. Это тоже один из инструментов, который вы можете по итогу обучения на этой программе использовать для дальнейшей жизни, потому что если мы говорим про как раз-таки вот эту историю, к которой все сейчас стремятся, некий work-life balance, не все ли хотят работать в корпорациях, а хотят какую-то самостоятельность, гибкий график работы и так далее, это как раз одна из историй, которая может это позволить. Конечно, хочется сейчас вставить шутку про то, что у нас сейчас все блогеры пошли в историю с развитием маркетплейсов, вот, но на самом деле это просто тоже потому, что это действительно сейчас классный инструмент заработка, когда все ушли в онлайн. Да, это бесспорно. Спасибо большое. Но вот в связи, вот вы долго описывали бурный рост, какие новые могут появиться профессии в связи с активным развитием e-commerce и насколько остро стоит проблема именно нехватки специалистов? Не просто селлеров, да, а вот смотрите, на самом деле специалистов, да, которые были бы... На самом деле, специалистов стоит остро, почему неизведанная область, да, и в данном случае, если мы говорим про, как бы, нам нужны специалисты разных уровней, да, это и аналитики, это и маркетологи, которые смогут продвигать этот продукт, это и люди, которые будут формировать цепочки поставок таких, более доставок, который будет поставлен на маркетплейсе, поэтому, как бы, по сути, это действительно очень широкий профиль специалистов, который нам нужен, да, как бы вот от аналитиков, заканчивая, там, я не знаю, маркетологами, которые будут создавать рекламные, направленные именно на пример всей этой истории. Это если говорить про профиль ребят. Поэтому по поводу новых профессий, это, знаете, очень хороший вопрос, но давайте мы не будем с вами уходить там в какие-то дебри футуристические, да. И 4 года не такой большой, как бы, срок, мы как бы
большая нехватка ребят с профилем бизнес-аналитики, да, у нас большая нехватка продуктов и проектов, потому что все время запускаются новые продукты, которые требуют продвижения, развития и вообще курирования. И это то, чему, к сожалению, на текущий момент не учат в университетах. Поэтому, в том числе, мы благодаря сотрудничеству с Высшей школой экономики надеемся, что в ближайшее время на рынке появятся такие подготовленные ребята, которые действительно будут уже знакомы с сферой e-commerce и будут готовы проекты с учетом того видения бизнеса, которое есть. Да, давайте попробуем погрузиться вот в такую бизнес-терминологию, продукты и проекты. Вот что именно вы имели в виду? Может быть, будет интересно всей нашей аудитории. Ну, смотрите, я на самом деле тут не хочу вводить наших слушателей в какое-то, как это, давайте неверную терминологию, я объясню почему, да, потому что даже тот же самый аналитик, то, как понимается аналитика, например, у нас в компании, может сильно отличаться от того, как аналитика в других каких-то компаниях. С одной кажется, что люди будут заниматься, ну, как бы, аналитик, но он сидит и анализирует цифры, да, вот, но мы, например, в понятие аналитики вкладываем немножко больше, потому что, например, и это вот в том числе который возник у нас в ходе формирования образовательной программы, да, потому что мы говорим про то, что у нас аналитики это такие междисциплинарные специалисты, которые в том числе должны уметь кодить, классно знать SQL, Python, при этом, как бы, ну, если так смотреть стандартно, то кажется, что, ну, а зачем, да, как бы, ну, вроде бы достаточно просто хорошего аналитического склада ума, как очень часто пишут в очень многих вакансиях. Нет, для нас этого недостаточно, поэтому, мне кажется, будет, ну, как бы я скажу про опыт, который, как бы, есть у нас, поэтому очень прошу не перекладывать наше видение этих вакансий на, как бы, там, видение рынка в целом, да, потому что в каждой компании все равно это отличается. Что касается продуктов, да, для нас это такие высокоуровневые менеджеры, да, которые при этом обладают те же самые, как бы, это люди, которые, по сути, курируют проекты, да, и четко понимают, кто какие, как бы, оунер проекта, и четко понимает, кто какими задачами в рамках этого проекта занимается, да, как правильно, например, их задача основная – это постановка правильных ТЗ маркетологам, не знаю, IT-специалистам, аналитикам и так далее. Это такой микро-оунер проекта, да, то есть такой маленький хед, который непосредственно занимается этой историей. Плюс, что тут важно, да, для нас продукт — это такое смесь, в том числе с аналитиками, потому что это ребята, которые должны хорошо понимать, что та идея, которая они в итоге, ну, там, продают, какой импакт глобально на компанию, какую финансовую, скажем так, выгоду она оказывает компании, поэтому здесь вот такие вот моменты. При этом project — это для нас уже больше такое, как бы, история про, ну, такой высокоуровневый тоже бизнес-аналитик, который непосредственно, ну, меньше, как бы, работы, как бы, которую он делает, да, это такой классный бизнес-аналитик, который непосредственно ведет тот или иную часть проекта, больше связанные с аналитикой и выстраиванием финансовых моделей, каких-либо еще. Да, хорошо, спасибо большое. Получается, что Озон – это один из лидеров, и специалисты, именно ваша интерпретация вакансий, как мне кажется, это то, на что стоит ориентироваться. Поэтому вот те специалисты, которые будут иметь образование не только в области менеджмента, также прикладная математика, информатика, мне кажется, это то, что будет пользоваться очень большим спросом. В принципе, хочется тогда копнуть глубже в эту тематику. Наша программа называется «Цифровые платформы и логистика». Расскажите, пожалуйста, что такое цифровая платформа компании Озон, чем она отличается от маркетплейса, какие преимущества имеет для компании, для потребителя? Ну, смотрите, мы сейчас в процессе вот если мы с вами говорим про такую цифровую платформу, которая объединяет под собой множество, да, во-первых, разных ролей,
роль как и, и как покупателя, так и роль селлера, так и роль административная, то мы сейчас в процессе создания такой единой платформы, да, большая часть того, с чем сталкиваетесь вы, как пользователи, да, это наша витрина, это наш маркетплейс, который вы видите там в мобильном приложении или заказываете через сайт и так далее. Безусловно, как бы особенность, ну, как бы, нашей платформы состоит в том, чтобы она была достаточно удобна для всех пользователей, да, и объединяла под собой действительно абсолютно все функции. Как вы видите, мы, например, пошли, в отличие, там, я не знаю, от коллег из Яндекса, да, которые делают отдельные предложения, там, например, для Яндекс.Маркета, есть отдельное предложение для Яндекс.Еды, отдельное, ну, как бы, которое вот в какой-то момент срастилось, например, с Яндекс.Гоу и так далее, у них, вот, например, была другая история про то, что они делали разрозненные платформы, которые в итоге слились воедино. У нас был фокус на то, что у нас единая платформа, и заходя, там, например, в приложение Озон, вы тут же видите наши продукты, ну, как бы, функции, которые вы можете использовать как для заказа на нашем маркетплейсе, да, различного рода товаров, плюс тут же есть у нас кнопка с быстрой доставкой, наш блок Озон Фреша, плюс также у вас есть возможность открыть наши карты Озон или пользование Озон счета, то есть, по сути, у нас под одной шапкой, да, есть различного уровня функции для различных категорий, да, для абсолютно разных ЦА. И, наверное, в этом плане уникальность нашей платформы в том, что она под одной шапкой объединяет для себя такое входное окно для разных целевых групп. Но, безусловно, мы постоянно находимся в процессе доработки, улучшения. В том числе, мне кажется, что как пользователь, да, сейчас говорю про то, что с точки зрения удобства и юзер-френдли наше приложение действительно одно из самых удобных, и это в том числе позволяет нам, например, быть одним из самых узнаваемых брендов среди e-commerce, среди других e-commerce, в том числе потому, что наше приложение действительно достаточно удобно и позволяет удобно и быстро заказывать те или иные товары. Да, хорошо. То есть получается, что на данном этапе в компании существует Marketplace как отдельное цифровое решение, но если мы говорим про цифровые платформы, как набор взаимосвязанных программных и аппаратных средств, которые позволяют владельцу сократить цикл производства товаров, срок доставки новых продуктов на рынок, вот можете ли рассказать о каких-то текущих проектах, которые реализованы, будут реализованы, и как это применяется на практике у вас? Ну, я могу сказать, все равно есть определенные идеи, или, скажем так, мы как есть секретные рекламы, которые никому не известны, но тоже есть свои. Я постоянно дорабатываю нашу платформу, да, для того, чтобы вот эта взаимосвязь различных сервисов, которые, как бы, основная задача всех наших сервисов, да, и вообще наша, это то, чтобы как можно больше людей как можно быстрее получали тот или иной вид продукции, который они хотят заказать. Это может быть что угодно, от, не знаю, иголки до каких-то там, не знаю, машин, например, да, или вот у нас был запущен, например, процесс покупки квартир через наш marketplace, да, как бы, вот по сути, как бы для того, чтобы при мысли, что вам нужно что-то купить, неважно, что это, у вас была единственная цель, скажем так, единственное намерение – это пойти и купить это у нас. Причем это как бы, это может как бы выглядеть как вот в нашей витрине, да, которая у нас сейчас существует, так и в целом это может быть там какое-то другое развитие платформы, которое будет в дальнейшем. Если же мы говорим про то, что какие есть проекты, да, которые реализуются, да, в том числе, как я сказала, у нас тот, кто знает историю Озона, да, знает, что как именно e-commerce компания мы себя позиционируем не так давно, и поэтому в том числе для нас те результаты, которые мы показываем, действительно значительны. И очень многие проекты, которые реализуются, в том числе, например, в рамках совершенствования
департамента, например, работы последней мили, да, то есть тот департамент, который непосредственно отвечает за то, как быстро будет доставлен тот или иной продукт непосредственно пользователю, да, его руководителем является наш выпускник высшей школы экономики, да, который непосредственно реализует этот проект. При этом, что большой плюс, на мой взгляд, что позволяет браться, у нас молодая компания, у нас средний возраст сотрудников — это 35 лет, это очень молодой возраст, и что классно, наши руководители компании действительно молодые, прогрессивные ребята, при этом, наверное, из тех плюсов, которые я бы отметила в данном случае, это то, что у нас, как вы видите, вот мы сидим, ну, у нас тут вот open space, да, у нас есть только отдельные переговорки, и это тоже создает такой вот эффект того, что мы все, скажем так, работаем в едином пространстве и понимаем, какие там, грубо говоря, мы как пользователи сервиса, да, тоже приходим, у нас есть отдельный чатик, где мы пишем про то, что, например, плохо, ну, там, в приложении, и в том числе наши ребята, которые проходят у нас стажировки, они реализуют очень крутые проекты. Это может быть, не знаю, там, проекты по тому, как меньше использовать и быть более экологичными, да, как меньше использовать бумаги, картонных коробок и так далее. Это для нас вообще задача номер один, как стать более экологичными для пользователей. Так это и то, что, например, в рамках, когда мы запускали Озон бонус, да, это был полностью проект, который придумал этот проект и реализовал его в короткие сроки, благодаря чему мы смогли запустить собственную программу лояльности, которая эффективно работает и приносит в том числе бонусы компании. Поэтому то, что в рамках программы будет возможность реализации каких-либо проектов плюс непосредственно прохождение стажировок, мне кажется, в том числе уникальная составляющая программы, потому что стажеры у нас это действительно такая кадровый резерв компании, благодаря которой мы реализуем в том числе очень много наших проектов. Ну и наш, например, бывший SEO маркетплейса сам пришел стажером после стажировки и тут же и выводил компанию на IPO. Мне кажется, это реально классный такой, ну, действительно ощутимый результат того, насколько у нас ценятся молодые кадры. Поэтому, отвечая на ваш вопрос про то, какие классные проекты реализуются, я бы, наверное, задала его через год или, может быть, через два уже нашим студентам, да, которые бы конкретно рассказали бы и привели примеры того, какие проекты они действительно делают и как это влияет на судьбу компании. Да, это очень интересный пример, и спасибо большое. То есть действительно Озон предлагает студентам программы стажировки, но хотелось бы спросить, как давно Озон работает со студентами вышки и насколько компетенции, полученные в ходе обучения именно вышки, помогают им в Озон, в стажировке, в работе в дальнейшем? Ну, смотрите, мы в целом работаем с молодыми специалистами достаточно давно. У нас в 2000... год назад у нас была перезапущена в 2021 году программа стажировок, благодаря которой у нас больше 1000 стажеров за год прошло через стажировки, при этом 70% из них стали сотрудниками. Очень высокий результат, один из самых высоких на рынке, и процент перехода стажеров в штат. При этом, ну, я честно могу сказать, что, ну, 60% ребят, которые прошли через наши стажировки, это студенты высшей школы экономики, как московского, так и питерского кампуса. Так сложилось исторически, можно сказать, потому что в том числе у нас большая доля вышкинцев, которые работают в компании, у нас большая доля ребят, которые проходят стажировки. Почему так? Мы это связываем с тем, что те знания, навыки, компетенции, которые ребята получают именно в высшей школе экономики, наиболее ориентированы на наши потребности как бизнеса. Но при этом я хотела бы отметить, я не буду рисовать тут розовых пони, да, про то, что все идеально, ну, тогда бы, наверное, не имело смысла нам делать нашу образовательную программу, да, в тандеме. Все равно мы видим недостаток
тех навыков, которые требуются нам как бизнесу, да, даже когда ребята приходят, там, не знаю, с профиля, не знаю, финансы или с профиля экономики, чисто это достаточно теоретические знания, и больше всего та компетенция, которая страдает наиболее сильно, это компетенция, которая называется бизнес-кругозор или бизнес-мышление. Вот если мы с вами откроем учебный план любой из программ, к сожалению, мы не увидим такой вот компетенции в чистом виде, да, или такого предмета. Именно поэтому для нас так важна интеграция, в данном случае, с данной образовательной программой, потому что мы посредством вовлечения в учебный процесс, отсмотра на реальных боевых задачках, решения каких-то кейсов, привлечения наших спикеров, мы таким образом как раз-таки надеемся восполнить вот этот гэп понимания того, как вообще работает бизнес, какие инструменты при этом используются, какие компетенции нам в данном случае нужны, и вообще лучше погрузить ребят вот уже с момента учебы в такие вот реальные бизнесовые задачи, потому что, к сожалению, мы вот как представители бизнеса и университетская среда всегда очень много говорим про то, что необходимо жить в коннекте, быть все время на связи, как-то считывать там потребности бизнеса, но не у всех университетов есть такая возможность, да, именно с точки зрения там каких-то федеральных государственных образовательных стандартов, каких-то, может быть, устарелых форм обучения, поэтому мне кажется очень круто, что в данном случае программа имеет вот такой, я бы сказала, действительно уникальный онлайн и гибридный формат обучения, что действительно позволяет вам не быть привязанным к тому или иному месту, а идти там по принципу лучших, таких best practice мировых, обучаться из любой точки мира. Вот, и для нас это в том числе вот возможность восполнить вот такие вот те недостающие небольшой процент компетенций, которые мы видим в которые нам необходимы, в которых мы видим потребность именно как бизнес. Да, это какие-то такие вещи, которые могут выглядеть как надстройка некая. Да, спасибо большое, полностью согласен, но хотелось бы также вот уточнить, как, Ксения, вы упомянули, помимо вот того взаимодействия, которое предполагается учебным планом с представителями бизнеса, с экспертами из ОЗОН, как строится сама стажировка, насколько стажеры будут взаимодействовать с экспертами из различных подразделений, там, иметь возможность нетворкинга и так далее? Смотрите, у нас стажировка в этом плане устроена таким образом, что, как мы всегда говорим, что у нас, к сожалению, нет времени на перекладывание бумажек, к сожалению или к счастью, да, у нас ребята попадают в среду, оказываются в таком некотором зоне, скажем так, выход из зоны комфорта, потому что многие из них приходят через первый месяц и говорят, ну я же всего лишь стажер, а мне уже дали тут настоящий проект, я не был к этому морально готов. Мы действительно ребята погружаем непосредственно сразу в рабочие процессы, и они постоянно находятся в тесной связи с бизнесом, да, Они не просто там где-то сидят, как-то там где-то с кем-то общаются, они непосредственно работают непосредственно с нашими сотрудниками. Они являются частью нашей большой компании. А что касается вообще, помимо того, что у нас есть там зона реализации проектов, да, у нас есть еще история про то, что у нас все стажеры проходят дополнительное обучение. Это наша, скажем так, индивидуальная образовательная программа, в ходе которой мы делаем такие воркшопы, интенсивы по, не знаю, там, SQL, Data Science, еще чему-то, то, что необходимо, там, навыков переговоров, в зависимости от того профиля, на котором ребята проходят стажировку, да, и в данном случае мы ориентируемся на потребности ребят. Ну и плюс, мне кажется, очень важно упомянуть то, что помимо того, что ребята очень много работают, это правда, у нас есть еще очень большая часть, которая касается внеучебной, нерабочей жизни. Да, у нас есть классные, там, мы постоянно, у нас каждую пятницу есть, пицца-пати,
куда приходят в том числе и наши наставники, наши сотрудники. У нас там, не знаю, на Новый год у нас, например, была вечеринка в стиле Гарри Поттера, когда и стажеры, и сотрудники все вместе как бы праздновали окончание стажировки. Ну или там, не знаю, прошлым летом, например, бежали в гонку героев, такой сборной команды, где были там и стажеры, и наставники, и мы представители HR, которые курируют непосредственно блок стажировки. Мне кажется, это действительно очень важная такая история, не только про формальное общение и про передачу какого-то такого практического опыта. Это же еще и часть неформального общения, в ходе которого ребята как-то им легче становится, во-первых, сформировать, во-вторых, действительно, с которыми кто-то становится друзьями, которые вот помогают ребятам не только там адаптироваться внутри компании, но и вообще выстроить свой какой-то карьерный трек, такой, знаете, вот пример, не знаю, для подражания, на который можно ориентироваться. Да, спасибо. И получается, что во время пандемии вот эти все networking events, типа пицца пати, были перенесены у вас в онлайн. Я просто хотел бы напомнить, что насколько я, если я правильно понимаю, то вы предоставляете возможность гибридной стажировки либо офлайн стажировки. Да, и вот в этом плане у нас онлайн-программа, поэтому здесь хотелось бы сразу оговорить. Да, у нас есть форматы гибридные, но смотрите, как мы всегда про это говорим, про так, что у нас действительно есть ребята, которые работают полностью удаленно, там, в регионах, в других часовых поясах. Мы всегда пытаемся сделать этот процесс наиболее, скажем так, какими-либо инструментами привлечь все равно ребят в офлайн режим. Это может быть какие-то там встречи непосредственно в офисе, мы привозим ребят на какие-то важные для нас события, ивенты. Кто-то самостоятельно, мы знаем, например, в том числе много примеров из питерского кампуса вышки, когда ребята релоцируются на время стажировки в Москву, да, для прохождения стажировки, потому что все-таки несмотря на то, что мы все работаем удаленно, да, и не ходим каждый день в офис, очень важно как-то поддерживать связь с командой и развиртуализироваться, да, и периодически видеть друг друга не только через там, Zoom, Teams или что-либо другое. Но, безусловно, так как мы все-таки люди, которые живут в современных реалиях, да, все это проходит там с подключениями, кому-то мы даже отправляем пиццу просто домой для того, чтобы человек почувствовал как бы частью себя, как будто бы он присутствует в офисе, поэтому здесь все эти форматы тоже имеют место быть. Ну, а проект на работе в гибридном или полностью дистанционном формате, это уже, мне кажется, такой наш, как это, morning routine буквально-таки в этом плане. Хорошо. Хотел бы также подчеркнуть, что программа предусмотрена прохождение стажировки по месту пребывания в своем регионе, то есть стажировка в Озон тоже может быть либо очная, либо гибридный формат. В этом плане тоже еще такой дополнительный вопрос из чата от Ольги. Сколько длится стажировка и оплачивается ли она? Да, у нас, во-первых, все стажировки оплачиваются, мы не разделяем позицию про, скажем так, получение бесплатного первого рабочего опыта, все стажировки оплачиваются, размер оплаты труда зависит от той позиции, которую вы занимаете, да, в каком юните вы стажируетесь. По поводу длительности стажировки, то в целом она составляет 6 месяцев. Кто-то приходит в штат раньше, кто-то получает предложение о работе раньше. Как бы в среднем у нас ребята получают предложение о переходе в штат уже после 4 месяцев стажировки. Но это всегда очень индивидуальная история. У нас есть ребята, которые после первого месяца стажировки получали предложение в штат перейти. Но как бы это все индивидуально и зависит в первую очередь от перформанса тех или иных стажеров. Хорошо. И вот помимо того, что мы уже обсудили насчет навыков, компетенций, как вы считаете, какими знаниями и навыками должны обладать руководители проектов по разработке новых целевых решений, по руководству такими проектами именно в компании Озон? Смотрите, ну, первая компетенция, про которую я сказала и которой, к сожалению, не хватает абсолютно большинству выпускников, это компетенция бизнес-мышления или бизнес-кругозор.
это понимание, хорошее понимание рынка, понимание, какие есть конкуренты, какие новые продукты выходят. Это постоянный мониторинг, да, и очень часто, когда нам задают вопрос, как это развить, я говорю про то, что вы как бы должны развивать это на протяжении всей своей жизни, каждый день, и сделать это достаточно просто, там, не знаю, имея в подписках, там, не знаю, 5-6 каналов новостных, связанные с рынком, технологиями и так далее, которые вы просматриваете как, грубо говоря, к вашу уже традицию, обычай, ежедневно просто открывая там Телеграм или, не знаю, Инстаграм, вы не фотки лайкаете, да, а просматриваете сводку тех событий из мира технологий, рынка, экономики, которые произошли за день. Второй момент – это, конечно, очень сильно развитые навыки коммуникативные, навыки управления командой, если мы говорим про софт-скиллы, да, которые просто необходимы, потому в том числе, как бы, как вы видите, мир очень сильно меняется, и вот это умение быть как хамелеон, умение перестраиваться, где-то, да, быть очень гибкими, быстро давать реакцию, коммуникацию в правильном формате, это, конечно, тот навык, который необходим. Это если мы говорим про soft skills. Если мы говорим про hard skills, как я сказала, есть какая-то доля навыков, которые мы считаем таким гигиеническим, как бы минимум, который необходим всем. Для себя, вот, ну, как бы в рамках компании Озон, мы это формулируем как очень хорошее знание Excel, не просто знание, как, не знаю, табличку в Excel сделать. Да, это знание макросов, это знание тех или иных функций, в каких-то случаях это даже написание самостоятельных макросов, это действительно классное знание Excel и хорошее знание SQL. Да, это и не важно, аналитик вы, маркетолог или там, не знаю, специалист коммерции. Это вот такой гигиенический минимум, который мы предъявляем к нашим кандидатам. Это вот что касается тех навыков, которые нам нужны, потому что в том числе для руководителей проектов важно не только понимать, как проект устроен верхнеуровнево, да, как достаточно часто считается, да, очень важно быть погруженным, понимать, как работает каждый из этапов проекта и в случае необходимости уметь сделать это, как я говорю, ручками. Хорошо, еще такой вопрос. Был ли у вас опыт приема на работу удаленно? То есть, да, есть ли у вас сотрудник, который вот с первого дня работает удаленно, и насколько работа в онлайн, там какой процент распространена у вас в компании, потому что это один из таких посылов актуальности программы, что в ходе обучения вы получаете опыт онлайн взаимодействия, онлайн soft skills и всех этих историй, вот насколько это распространено именно у вас? Ну, смотрите, у нас, безусловно, есть сотрудники, которые принимаются полностью удаленно, но как бы там, скажем так, если, например, вы присутствуете в городе или в регионе, где есть офис Озона, тогда у вас есть, ну, как бы вам там, у вас есть возможность прийти, например, и получить там технику, оформить все документы, просто придя в офис, да, при этом работать удаленно. Если вы находитесь вне зоны покрытия офиса по зонам, я сейчас говорю не про пункты выдачи, а именно про офисы, да, то в данном случае, да, мы полностью дистанционно вас оформляем на работу, все доступы вы получаете дистанционно, анбординг происходит дистанционно, и продолжаете работать дистанционно. У нас, безусловно, есть такие сотрудники, мне сейчас достаточно сложно назвать долю их, объясню почему, потому что там, с момента пандемии мы все находимся на гибридном формате работы. И я вот, например, появилась в офисе сегодня впервые, там, не знаю, за последние 2 месяца, как бы все остальное время я работаю там из дома. Поэтому сейчас достаточно сложно вычленить тех сотрудников, которые работают только удаленно, да, там, или в гибридном формате. Тут, наверное, просто есть момент того, что, ну, это я делюсь своим собственным опытом, да, что, наверное, тем, кто полностью дистанционно это делает, приходится чуть-чуть сложнее с точки зрения все-таки в какой-то момент у тебя смываются рамки. Вот почему, например, пандемия, с одной стороны, позволила многим там работать из дома, для многих это был такой новый опыт, а с другой стороны, у тебя абсолютно типа
требуется очень высокая организация себя в первую очередь, потому что у тебя смываются вот эти критерии, там, ты пришел на работу, ушел с работы, тут ты вечно сидишь, да, не знаю, одним, на одном и том же месте, и у тебя вот эти work-life balance очень сложно соблюдать, потому что ты вроде бы в пижамке, сидишь в кабинетике, и отвечать на почту ты можешь не там, не знаю, с 10 до 6 там, или до 7, а 24 на 7. Поэтому здесь в первую очередь требуется очень высокая самоорганизация. Вот. Но такой опыт, конечно, у нас есть сотрудники, которые вообще в других странах, ну, как бы, работают, да, и присутствуют. Поэтому здесь нет никаких проблем, просто это нужно сразу понимать, что требует достаточно высокого уровня самоорганизации. Вот. Да, благодаря пандемии многие перешли в онлайн, и в том числе новая онлайн-программа довольно-таки актуальна будет. И вот в этой связи такой вопрос к вам. Получается, что компания Озон предоставляет возможность стажировки, и обычно ваша стажировка – это многоступенчатый ассессмент-центр, который как раз у нас по замыслу разводится в ежегодных проектах. То есть мы постепенно готовим как раз нужные компетенции к вам. И вопрос в чате, с какого курса можно будет участвовать в стажировках Озон? Стажировки на четвертом курсе у нас предусмотрены, когда уже будут все необходимые компетенции получены. Соответственно, те стажеры, которые к вам приходят, это стажеры разных курсов обучения или это, как правило, студенты четвертого курса или, в принципе, у вас большой разброс по возрастной категории? У нас достаточно большой разброс по возрастной категории. Во-первых, у нас, давайте так, у нас нет никакого там лимита по возрасту. Тенденция, которую мы наблюдаем в последнее время, что к нам на стажировки приходят уже, скажем так, высококлассные специалисты, которые по тем или иным причинам решили сменить карьерный трек. И это очень разные треки от, не знаю, студента духовной семинарии до следователя с 10 годами опыта, который решил вдруг стать аналитиком. Это может выглядеть смешно, но как бы у нас нет в данном случае каких-то, знаете, там, предубеждений, там, только на четвертом курсе нужно проходить стажировку. Нет, это все очень индивидуально. Единственный критерий, который мы выставляем, это то, что нужно понимать, что у нас очень интенсивная стажировка, как я сказала, и часы работы, которые минимальные, мы рассматриваем, это 30 часов в неделю, это минимум. Как правило, у нас 80% ребят, которые приходят, они приходят на стажировку в 40 часов в неделю, то есть это full time. При этом, ну, совмещается с учебой. Как они это делают? Это нужно спросить у них самих, наверное, да? Ночь-то длинная. Вот, но большая часть ребят у нас ориентирована на 40 часов в неделю, и это, наверное, единственная такая вот отсечка, да, которая при там собеседовании, знаешь, что у нас на стажировке достаточно интенсивная нагрузка, это такое прям, как я сказала, очень глубокое погружение сразу. Да, спасибо. Ну вот в учебном плане нашей образовательной программы это именно четвертый курс, когда студенты готовы, когда они будут не заняты ничем другим, кроме как так называемой производственной практикой, она же стажировка, которая позволит полностью погрузиться в процесс. В принципе, мне кажется, на сегодня это все вопросы, которые я хотел задать. В чате вопросов тоже я больше не вижу. Ксения, очень благодарен вам, что вы нашли время, и что у нас сегодня на мероприятии был такой классный спикер из Озон. Ксения Марданова, спасибо вам большое. Спасибо вам. Я очень надеюсь, что уже совсем скоро мы уже как-то сможем или в онлайне, или в офлайне встретиться с будущими, равно текущими студентами новой программы. Ну и с каждым из них познакомиться и уже начать делать какие-то проекты. Очень интересно. Для нас всегда вообще новые ребята, это какой-то глоток свежего воздуха, потому что мы действительно верим, что те изменения, которые происходят внутри компании, они происходят в первую очередь благодаря этим ребятам. Спасибо вам большое. И хотел бы еще раз напомнить, что запустился телеграм-канал нашей образовательной программы. Подсоединяйтесь и читайте анонсы, новости.
цифрового бизнеса и цифровых платформ в нашем канале. Да, обязательно приду сейчас. Спасибо всем большое за внимание, участие. Ксения, спасибо еще раз вам. Все, на связи. Всем хорошего вечера. Да?